Добрый день, добрый вечер, уважаемые участники нашего вебинара. Меня зовут Лисюкова Елена. Я являюсь сотрудником отдела дистанционных мероприятий для педагогов в центре СНЕЛ. И сегодня я открываю наш с вами вебинар. 3 минуты до начала вебинара. И давайте с вами немножко находимся в городе Омск. Напишите, пожалуйста, в чате, из какого вы города пришли к нам на сегодняшний вебинар, и через запятую напишите, пожалуйста, учителем какого предмета вы являетесь. Наталья вот с нами, Наталья Андреевна и Ольга. Ждем от вас сообщений в чате. Пока вы пишете, я представлю тему нашего вебинара и нашего сегодняшнего ведущего. Вебинар наш сегодняшний называется «Мероприятие для дошкольников Центра СНЕЛ. Структура особенностей задания». Сегодняшний вебинар проведет Курганова Наталья Александровна, которая, помимо того, что она является кандидатом педагогических наук, доцентом Омского государственного педагогического университета, она также является научным руководителем Центра СНЕЛ. Все задания, которые поступают к нашим участникам, проходят через ее контроль. Поэтому сегодня вы из первых курс узнаете о заданиях, которые вас ждут, разберете самые сложные задания, которые были в прошлом учебном году. Вот, коллеги, давайте все-таки представимся, потому что интересно, да, кто к нам сегодня пришел, кому интересны мероприятия для дошкольников, из каких вы городов к нам пришли. Напишите, пожалуйста, в чате. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня Елена представила. Очень приятно приветствовать вас. Я вижу, что у нас появился первый участник из города Иваново в чате, из детского садика, воспитателя. И у нас есть уже в данном случае 6 участников в нашем вебинаре. И хотелось бы, чтобы все остальные точно так же написали город, откуда они, и какой деятельностью занимаются в детском саду. Воспитатели, методисты, старшие воспитатели. Пожалуйста, отметьте это в чате. Мы вас ждем. Спасибо, Ольге, что вы так оперативно среагировали на наши просьбы. Ждем остальных участников. Уважаемые коллеги, я сейчас на час, пока идет наш с вами вебинар, а в конце вебинара выйду, чтобы рассказать вам про организационные вопросы, касаемые записи вебинара, презентации и свидетельства участника вебинара. Продуктивно и вам работать. Спасибо большое, Елена. И мы начинаем наш вебинар. И прежде чем мы приступим к нему, давайте обсудим с вами технические моменты. Я про просьба ко всем участникам. Поставить плюсик в чате, если меня хорошо видно, и еще один плюсик, если меня хорошо слышно. Пожалуйста, уважаемые участники, отреагируйте, и чтобы я понимала, есть ли у вас технические затруднения или нет. Спасибо, я уже. Уважаемые участники, пожалуйста, отреагируйте, чтобы было ясно, есть ли у вас нашего вебинара. Мы в данном случае продолжаем серию вебинаров, посвященных дистанционным мероприятиям Центра СНЕЛ для дошкольников. В прошлый раз мы акцентировали ваше внимание, что и зарубежные, и отечественные психологи придерживаются мнения, что именно в сензитивный период у дошкольников формируется поведение и различные способности. А все, что ребенок может усвоить в дошкольном возрасте,
отразится в дальнейшем на его интеллектуальном развитии и на его учебе в школе. А поэтому, если вы нацелены на развитие своих детей, то сенситивный период целесообразно использовать по максимуму, стараться привить детям какое-то знание, какое-то новое знание. Участие в том числе и в дистанционных мероприятиях будет способствовать развитию ребенка, что несомненно. Позволит сформировать его портфолио, фиксировать результаты его личностных достижений, начиная уже с детского сада. Также участие в дистанционных мероприятиях позволит формировать начальные представления об экспериментальной деятельности. Таким образом, дистанционные мероприятия, составленные по специальной технологии, позволяют развивать у дошкольников умственные и художественные способности, совершенствовать творческие способности, что согласуется как с программой развития, так и с программой «Одаренный ребенок» и другими программами, принятыми в дошкольных учреждениях. Отметим, что в центре СНЕЙЛ для дошкольников предназначены различные типы мероприятий. Это и конкурсы игр, и семейные конкурсы, турниры, и чемпионаты. В данном случае мы остановимся именно на чемпионатах и турнире. Чемпионаты проводятся по разным областям знаний. Это окружающий мир, детская литература, физическая культура, математика, ОБЖ, логика, музыка, технология, рисование. Но сегодня мы с вами остановимся подробно на особенности таких чемпионатов, как рисование, логика, чемпионат дошкольников музыка и чемпионат дошкольников технология. А также на таком мероприятии, которое можно выделить в отдельный тип, на международном турнире дошкольников. Как видите, плоские иконки данных мероприятий представлены на слайде. Еще раз, сегодня мы обратим ваше внимание на чемпионат дошкольников по рисованию, по логике, музыке и технологии. А также остановимся на международном турнире дошкольников. Остановимся на структуре дистанционных мероприятий для дошкольников, чемпионаты и турниры. Все дистанционные мероприятия центра СНЕЙ, в том числе и чемпионаты, и турнир, имеют 8 заданий. Эти 8 заданий делятся в следующем соотношении: контролирующие, обучающие и творческие. В чемпионатах эти 8 заданий делятся в следующем соотношении: 3 контролирующих, 4 обучающих и 1 творческое задание. В турнирах эти 8 заданий делятся маленечко в другом соотношении. То есть видим, что на одно контролирующее задание уже больше, и формула выглядит следующим образом. 4 контролирующих, 3 обучающих и 1 творческое задание. И итого получается 8 заданий. Время проведения любого мероприятия 7 дней. В чем же особенности? Каждый чемпионат проводится по определенной теме на основе образовательной программы детского сада или на основе анализа тех тем, которые рекомендуются для изучения в данном возрасте. В основу заданий также может быть положена какая-либо идея, которая красной линией проходит через все задания. Таким образом, можно сказать, что задание чемпионата представляет собой микроучебные пособия по определенной теме или нескольким тем, но связанные одной идеей. Что можно отнести еще к особенностям чемпионата дошкольников? В данном случае в чемпионате преобладают задания критического характера по отношению к творческим заданиям. Мы видели на предыдущих слайдах формулу, что у нас есть одно творческое задание. Основные задания знаниевого характера, которые, одни из которых направлены на контроль, другие на развитие и на обучение. Еще одной особенностью чемпионатов для дошкольников можно выделить следующее. С целью привлечения внимания дошкольников к содержанию заданий, задания на основе картинок преобладают над текстовыми заданиями. И так как большинство в своем задание носит занимательный игровой характер,
то зачастую задание составляется на основе аудио-видеоматериалов. Это могут быть отрывки аудио, сказок, детских песенков, песенок, отрывки из мультфильмов. Еще одной важной особенностью чемпионатов для дошкольников является помощь взрослых. Каким образом эта помощь может проявляться? Родителям или воспитателю рекомендуется прочитать для ребенка задание, объяснить незнакомые слова, если такие встречаются, найти в книгах или других дополнительных материалах термины, понятия, которые могут помочь выполнить задание, или другой материал. Может быть, помощь взрослых выражаться следующим образом. Вы в ходе беседы можете подтолкнуть ребенка к логическому обоснованию или выводу. Также особо хотим отметить, что помощь взрослых выражается в том, чтобы помочь ребенку написать ответы, если это необходимо, если ребенок сам не умеет писать. Заполнить бланк ответов. Если же ребенок уже умеет и читать, и писать, то он может выполнять предложенные задания самостоятельно. Целесообразно помочь детям приготовить рабочие места для выполнения творческого задания, сфотографировать выполненные работы. Кратко, это были особенности по проведению чемпионатов дошкольников. Теперь давайте остановимся на идеях и рекомендациях по выполнению заданий чемпионатов и турниров. Где они могут свое найти место в образовательной деятельности в детском саду? В данном случае в группе на занятиях в детском саду вы можете на занятиях выполнять по данной теме, выполнять задания чемпионата непосредственно в группе с самими ребятами. Еще одна идея. Можно выполнять задания чемпионата под руководством взрослых в домашних условиях. То есть воспитатели могут распечатать или в электронном варианте выдать задание чемпионату родителям ребенка или фишки под руководством родителей выполнять эти задания. У меня используют материалы чемпионата в занятиях с образованием. Это были наши рекомендации, наши идеи, как можно встроить, как можно интегрировать дистанционные мероприятия для дошкольников в учебный процесс, образовательный процесс дошкольников. Одно из ближайших дистанционных мероприятий Центра СНЕО для дошкольников – это чемпионат дошкольников по рисованию. Как и в любом другом чемпионате, в чемпионате по рисованию есть задания обучающие и контролирующие, и обязательно творческое задание. Я считаю, что наличие творческого задания является изюминкой Центра СНЕО по проведению дистанционных мероприятий. А так как здесь может ребенок проявить свое творчество, будет развиваться воображение, а также другие творческие способности. Каждый чемпионат предполагает наличие типовых заданий, инвариантных для каждого чемпионата, так и вариативных, нацеленных на развитие различных качеств дошкольника. А содержание чемпионатов обеспечивает развитие личности и способности детей в таких направлениях, как социально-коммуникативное, эстетическое и познавательное развитие. В данном случае мы видим, что регистрация на чемпионат по рисованию открыта до 20 февраля. Отправка работы 21 февраля. Итоги подводятся не позднее 22 марта. Какая же идея мероприятия? Идея мероприятия стоит в том, что участники будут помогать художнику и фантазеру, не знаете, при выполнении всех заданий чемпионата. То есть все задания построены в занимательной форме, прописаны роли, постоянно ребятишки помогают, не знаете. Приведем пример типового контролирующего задания, которое встречается в каждом чемпионате по рисованию. В данном случае мы видим, что необходимо расставить этапы рисования ежика в правильной последовательности. Теперь, коллеги, у меня к вам вопрос. Как вы считаете, тип такого задания по силе
для дошколят или нет. Если вы считаете, что такое задание посильно, то поставьте, пожалуйста, в чате плюс. Если нет, то поставьте минус. Я тоже высказала свою точку зрения. Я считаю, что такое задание посильно, по силам дошкольнику, и он сможет с ним справиться самостоятельно. Мы видим статистику, приведенную на слайде, что 90% участников правильно выполнили данное задание. Где же 10%, которые не справились? 10% это те, кто неправильно записал ответ. Потому что ответ могли мы просили записать в виде цифр через запятую. Одна цифра впоследствии пошла не туда, и задание, получается, уже считается как какая-то часть его не выполнена. То есть максимум балла за него уже не получен. Это вот 10%. Я вижу, что спасибо вам, Ольга, и спасибо, Эльмира, что вы так оперативно среагировали. Да, это задание для дошколят, контролирующего ТИК. На основе иллюстративного материала нужно выстроить последовательность. Как видим, как должно быть, как может быть записано решение, как вы могли рекомендовать работать над данным заданием. То есть в бланке ответов должен быть записан последовательность цифр через запятую. Еще одно задание, которое является обучающим. Такое задание также является типовым заданием в чемпионате по рисованию. Задание нацелено проверить, насколько дошкольники хорошо умеют идентифицировать цвета. То есть цвета и их оттенки. Развивать навыки позволяет развивать также навыки смыслового чтения, работы с текстом. Проверяется, насколько дошколята внимательны. В данном случае здесь приведен текст, опять тот же самый фантазер Незнайка, пишет письмо и допускает в нем ошибки. Неправильно называет цвета для различных объектов. Задача дошкольников исправить, найти и исправить все эти ошибки. И занести их в бланк ответов. Теперь у меня опять к вам просьба, уважаемые коллеги, пожалуйста, в чате отметьте, как вы считаете, а такое задание по силам ребятам дошкольного возраста или нет? Плюс, если посильно, минус, если нет. Активные участники уже в чате внесли первые ответы и считают, что задание посильно для участников чемпионатов по рисованию. Спасибо, Эльмира. Ждем остальных участников, как они отреагируют. А давайте разберемся, в чем же состоит 85% тех, кто справился с заданием. Какой мы в этом смысл закладываем? И кто те, кто не справился? А 85% это те участники, которые совершенно правильно выписали все ошибки и также указали, как их правильно исправить. Встречались варианты ответов, что выписаны либо только ошибки без их исправлений, либо только исправления. Вот это и есть те 15%, которые не справились с заданием. Приведен пример анализа решения заданий такого типа. Мы видим, что нужно поработать с ребенком вместе над текстом письма, просить его выделить, как он считает, где были ошибки, выделить эти ошибки, а рассказать, поговорить, обсудить, какие эти объекты, какого цвета на самом деле. То есть в данном случае мы предлагаем вам уже готовое упражнение на отработку знаний цветов и их оттенков. Выполнить это задание вы можете непосредственно со своими детьми в группе. И занести их ответы уже в бланк ответов. Еще одной особенностью чемпионата, и не только чемпионатов по рисованию, является проведение опыта. Проведение опытов позволяет дошкольнику на личном опыте
самостоятельно сформулировать определенные теоретические знания, а именно о том, как получить другие цвета на основе основных цветов красного, желтого и синего. В данном случае дошкольники должны рассказать, какими цветами раскрасить полоски на мячике. Как вы думаете? Давайте мне вопрос к вам, попробуйте сами прорешать. Как вы считаете, каким цветом нужно раскрасить первую полоску, если мы смешаем красный и желтый цвета? Давайте маленько поставим себя, представим себя в роли дошкольника и представим, что мы этот опыт делали, с красками выполняли. То есть красный и желтый дают нам цвет. Я хочу посмотреть, кто у нас с нами в чате. И этот цвет, красный и желтый, дает цвет. Оранжевый. Спасибо, Ольга, совершенно верно. Ребята, проделав этот опыт с красками, должны получить оранжевый цвет. И написать, спасибо, Эльмира, да, на самом деле оранжевые цвета. Теперь, это хотелось бы отметить, что еще один пример задания обучающего типа. Здесь именно важно, чтобы вы с ребятами, воспитатели с ребятами, либо взрослые с детьми провели именно этот опыт, показали на практике, что каким образом происходит получение цвета. Следующее в нашем даже данном случае, мы видим, что с этим заданием справились практически все участники, которые участвовали в чемпионате в прошлом году. То есть вся статистика проводилась на основе данных по проверке участников на предыдущий учебный год. Хотелось бы еще отметить, что в качестве творческого задания в чемпионатах по рисованию выступает задание на дорисовывание объекта. Вы все знаете, что данный тип задания развивает креативное мышление, воображение, фантазию и мышление дошкольника. Ваша задача, что если ребенок не понял задание, то необходимо ему на одной из фигур, на одной из линий показать несколько вариантов дорисовывания, либо это сделать на отдельном листе. Далее ребенок может проявить свое воображение, творчество и выполнить задание самостоятельно. Давайте посмотрим пример шаблона. В заданиях такого типа всегда присылается отдельный документ, шаблон с линиями и фигурами. И вот как раз ребенку нужно составить определенный рисунок по определенной теме. В данном случае была тема «Морской пейзаж». Рисунок всегда имеет определенную тему, это я уже сказала. Выполнение части этого задания строится на основе выполнения одного из заданий чемпионата, а именно на правильную последовательность рисования одного из объектов, итоговой картины. Например, задание номер 2 – нужно было составить правильную последовательность рисования морского конька. И вот здесь, на этой картине финального творческого задания, этого морского конька нужно было изобразить. Что еще отметим? Как я уже сказала, задание выполняется уже на основе исходного, готового шаблона, который мы вам предоставляем в формате А4. Вы этот шаблон можете распечатать и предложить ребятам выполнить задание. Хотелось бы еще отметить, что выполненные задания размещаются в виртуальном фотоальбоме при помощи сервиса Google Photo. Таким образом пополняется портфолио рисунков. Сейчас я вам в чате кину ссылку, пример фотоальбомов, пример рисунков ребят прошлого года, и вы можете с ними познакомиться. Это ссылочка на альбом, и такую же ссылочку мы предоставляем потом всем участникам, где они могут познакомиться с работами других участников чемпионата. Справились с этим заданием 75% участников. Сейчас давайте акцентируем внимание, с чем это связано. В данном случае
были критерии оценивания, которые оценивали объекты, созданные на основе предложенных линий фигур. И вот частота встречаемости объектов, оригинальность объектов, нарисованных на основе линий фигур, как раз и послужило, что у участников был выше балл по этому заданию. А теперь пример выполнения задания одного из рисунков вы можете видеть на слайде. Видим, как те же, как эти линии были задействованы у одного из участников, и как те же самые линии были задействованы у других участников. Видим, что на той и на другой картинке был нарисован морской конек, что было обязательной частью задания. Тут даже не один морской конек был нарисован, а целая их стая. Теперь, уважаемые коллеги, я хочу точно так же вас спросить, как вы считаете, по силам выполнить такое задание дошкольникам? Пожалуйста, поставьте плюс, если да, и поставьте минус, если нет. Можете поставить плюс-минус, если вы считаете, что это задание может выполняться с какими-то затруднениями. Но я считаю, что ту рекомендацию методическую, которую я вам привела, что если вы на отдельном листе покажете, что часть полукруга, это может быть и солнце, и может быть окно в какой-то подводной лодке, что это может быть какие-то другие объекты. То есть подтолкнуть творчество и фантазию ребенка в нужном направлении, чтобы он понял суть выполнения самого задания. То лучше задание на развитие критического мышления и воображения просто не найти. Спасибо, Эльмира. Минус, плюс. Вот если Эльмира пишет, что какие-то затруднения, я бы тогда хотелось бы, конечно, услышать в чате, увидеть в чате, в чем вы считаете будет затруднение. Думаю, коллегам тоже будет интересно, чтобы мы эти трудности видели, знали, предвидели и пытались тогда их устранить в работе с дошкольниками. Эльмира, если вас не затруднит, пожалуйста, прокомментируйте свой минус в том, в чем могут выразиться ваши затруднения у дошкольников. Перейдем к следующему мероприятию для дошкольников. Это международный чемпионат дошкольников «Логика». Как мы видим, развитие логического мышления, умение размышлять, делать простые ему заключения и вывод важную в общем развитии. В чемпионате дошкольников по логике собраны веселые, интересные логические задачки, головоломки, тексты в картинках. Они все представлены в игровой форме. Задания чемпионата способствуют развитию навыков анализа, обобщения, сравнения, классификации различных предметов, самостоятельных выводов. В данном случае чемпионат по логике стартует в этом году уже третий раз. Как мы видим, что регистрация в данном случае идет, и она будет длиться до 8 марта 2017 года, отправка работ до 9 марта. И в данном случае мы затрагиваем такие разделы, как раздел элементарных математических представлений и развитие элементов логического мышления. Чемпионат проводится в марте. В феврале чемпионат по рисованию, в марте чемпионат дошкольников логика. Каждый месяц у нас есть обязательно мероприятие для дошкольников. Чемпионат, посвященный именно их. Именно им. Да, ну давайте рассмотрим примеры заданий. В данном случае мы видим задание, которое называется «Во всем есть логика». Нам необходимо выполнить его. И данное задание направлено на развитие такой логической операции, как сравнение. Мы видим, что ответ записан очень простым образом. Нужно указать номер следа, который соответствует самой задаче. В данном варианте необходимо развивать такую операцию логическую, как сравнение. Необходимо сравнить все следы с заданным эталоном. Теперь просьба опять, коллеги, опять я к вам обращаюсь, чтобы вы в чате написали. Как вы считаете, такое задание может дошкольник выполнить самостоятельно? Если может, поставьте плюс, если нет, поставьте минус. Спасибо, Ольга, за оперативный ответ.
Да, я тоже считаю, что это операция сравнения, то есть сравнить на самом деле тут очень много мелких деталей на слиде. Можно именно акцентировать внимание ваше, что показать ребенку технологию именно сравнения, как сравнивать. Большинство из вас ответили, что да, по силам, спасибо за вашу реакцию. И мы видим, что ваши ответы соответствуют со статистикой по выполнению заданий прошлого года, что 95% справились с заданием. Следующий пример обучающего задания. Оно направлено на установление причинно-следственной связи. Смотрим. Справились с этим заданием 98%. И опять у меня к вам та же самая просьба. Ознакомьтесь, пожалуйста, с текстом задания на слайде и выскажите свое мнение. Могут справиться дошкольники с таким заданием или не могут? Спасибо. Приведем рекомендации по объяснению, каким же образом организовать эвристическую беседу с дошкольниками, чтобы они смогли самостоятельно решить данное задание. Необходимо вначале изучить все картинки, разобраться, по каким признакам мы можем отличить каждого спортсмена. Найти все картинки для первого спортсмена. Установить, что было сначала, что было потом. Аналогично установить последовательность действий для остальных спортсменов. В данном случае мы развиваем такие качества у дошкольника, как его умение выстраивать логические связи, устанавливать причинно-следственные связи. В данном случае мы встречаем еще такое задание обучающего типа, без которого не обходится ни одно мероприятие, которое посвящено логике, это логические задачи. Это особый тип заданий в математике. Для дошкольников также подобрана задача логическая, которая соответствует их возрастным способностям. Давайте посмотрим. С этим заданием справились 70%. Как вы думаете, с чем связано такой низкий процент справляемости с данным типом задания? Коллеги, задание, логическая задача, как мы видим, что это одна задача из нескольких, что было в задании на самом деле для дошколят не одна задача, а несколько. И приведем пример третьей задачи. Как вы думаете, с чем связан низкий процент выполняемости данного задания? Можете написать слово, словосочетание, как вы думаете, с чем это может быть связано? На самом деле, низкий процент этого задания оставлено, что необходимо именно написать. Трудновато для дошкольного возраста, пишет Эльмира. Но на самом деле, конечно, задачка предполагает, что у учащихся уже сформированы, ну, у дошколят сформировано представление больше и меньше, что у них сформировано качество уже делать какие-то умозаключения, делать выводы на основе разрозненных фактов. Раз Ольга пишет, что редко используют такие задачи в практике детских садов. Эльмира считает, что трудновато для дошкольного возраста. На самом деле, если вы посмотрите, то отношение больше и меньше проходит, вы изучаете в детском саду. То есть это элементарные математические представления об отношениях. Все решения задачи именно строятся на понимании именно данных отношений. Давайте мы подумаем, каким бы вы образом реализовали работу над заданием такого типа.
Да, согласна, спасибо, кто у нас еще реагирует, что мы, у нас получается, может быть, рассеянное внимание при прочтении задачи. На самом деле, конечно, такие задачи нужно не сразу предлагать ребенку, необходимо готовить их к решению. Вы же все понимаете, что в школе на Олимпиаду посылают детей уже подготовленных. То есть есть специальные занятия, которые учат, как правильно решать задачи, какие подходы есть к решению той или иной задачи. То есть начинать пропедевтику этого можно начинать еще уже с детского сада. В данном случае мы видим, что у нас задание направлено на развитие навыков анализа и установления причинно-следственных связей. К примеру, необходимо вычленить отдельные предложения, что да, как Наталья Андреевна пишет, что одни и те же сочетания слов задача. Настя меньше Иры, Катя меньше Иры. То есть разбить на отдельные предложения смысл задачи. Аня меньше Насти. То есть, значит, следовательно, вы должны понять, есть у вас рисунок, который наглядная опора для решения этой задачи. Что в итоге мы выясняем, что Аня меньше Иры. То есть все куклы меньше Иры. Значит, Ира, получится, должны подтолкнуть ребенка, сделать вывод, самая большая кукла. И Ира – это номер 4. И так далее. То есть можно продолжить рассуждение, сказать, что Аня не самая маленькая, но она меньше, чем первая кукла. А теперь еще есть еще одна кукла Настя. И таким образом мы выясняем, что Аня третья. Такими задачами такого типа очень на самом деле обидно, что с задачами такого типа очень мало работают в детском саду. На самом деле на примере одной задачи можно сформировать очень много математических понятий и навыков необходимых и качеств необходимых именно при решении других математических задач. В данном случае справились с заданием 75% ребят. А с чем это связано? Задача была не одна, как я уже говорила. У дошкольников не развито умение делать умозаключения на основе нескольких фактов. Вы как раз такую причину тоже привели. И были недочеты в комментариях к решению или их полное отсутствие. Как раз эти факторы показались, и была снижена оценка из-за этих факторов. Но я акцентирую ваше внимание на том, что эта задача, как вы пишете, задача на сравнение используется в других формулировках. Но вы должны понимать, что именно вариативность различных задач, которые позволяют формировать навыки сравнения, операции сравнения, обобщения, они тем и хороши, что чем больше этот вариативный ряд, тем и происходит это на более высоком уровне. Давайте перейдем к следующему чемпионату дошкольников. Следующий чемпионат дошкольников – это музыка. Спасибо, Ольга, что вы полностью согласны. Перейдем к следующему чемпионату. Как вы видите, что этот чемпионат проходит уже в другом месяце, он проходит в апреле. До 16 апреля идет регистрация. Зарегистрироваться на все чемпионаты вы можете уже прямо сейчас, то есть выделить место в своем графике и понять, что зарегистрироваться и ждать начала мероприятия. В данном случае идея состязания происходит в направлениях теория, слушание и музыкально-ритмические движения, творчество. И оно захватывает такой раздел, как программа, как эстетическое развитие. Давайте рассмотрим пример задания. И также отметим, что музыка занимает особое место не только в жизни взрослых, но и в жизни детей. Приобщая ребенка к музыкальной культуре, можно открыть для него, для дошкольника, мир, наполнен новыми ощущениями и переживаниями. В том числе в этом поможет чемпионат дошкольников по музыке. На этом слайде представлен пример контролирующего задания. Процент выполняемости данного задания 95. И у меня опять к вам вопрос.
Прочитайте, пожалуйста, текст задания, посмотрите картинки, которые предлагаются, и напишите плюсик или минусик в чате, смогут ли дошкольники справиться с этим заданием или нет. Спасибо, Эльмира, да. Я считаю, что идентификация картинки и слова у дошкольников произойдет. Знание нотной грамоты, какие ноты есть. Если они умеют уже слова разделять по слогам, то они смогут справиться с этим заданием. Как мы видим, статистика демонстрирует, что 95% справились с заданием. 5% – это те, кто указал не все ноты, которые в одно слово. Приведен ответ на данное задание. Как видим, что разные слова предполагали, исключали из себя несколько нот. И если один из участников указывал не все ноты, то понятно, что процент выполняемости задания снижался. Баллы за него снижались, и общий процент, кто успешно справился, тоже. Приведем пример обучающего задания. В данном случае нам необходимо было прослушать аудиофайл. Как раз проявляется еще одна из особенностей чемпионата, о которой я говорила ранее, что в заданиях предлагаются аудио- и видеоматериалы, и необходимо было узнать музыкальные инструменты. Причем не просто их нужно было узнать по звучанию, то есть в одной из аудиозаписи были скомпонованы в хаотичном порядке, не так, как они представлены на рисунке, звучание этих музыкальных инструментов. И необходимо было указать в бланке ответов название этих музыкальных инструментов, какой из них звучит в том порядке, в каком представлен в музыкальном файле. Ну, смотрим, как таким образом должен быть представлен ответ. Просьба, уважаемые участники вебинара, отметьте опять в чате, как вы думаете, доступно такое задание, выполнимо или невыполнимо? Как вы считаете? Просьба ответить в чате. Спасибо, Ольга. Приведем пример творческого задания. Музыканты мультфильмов. Ознакомьтесь с текстом задания. Как видим, здесь результат деятельности дошкольника – это рисунок. Рисование доступно для дошкольника в виде деятельности, поэтому творческие задания чемпионата для дошкольника связаны именно с этим видом деятельности. Оценивание происходит по критериям, таким же, каким оценивается задание, любое творческое задание – центра СНЕЛ, дистанционных мероприятиях центра СНЕЛ. Это критерии эффективности решения, оптимальности, разработанности. Оценивается грамотность, соответствие техническим требованиям и оригинальность. Все эти критерии разработаны на основе технологии ТРИС. Эффективность решения заключается в следующем, что мы должны получить, что получится в итоге. Оптимальность, что задание выполнено наилучшим оптимальным образом. Разработанность – это все детали, которые указаны в задании. Оригинальность оценивается статистическим путем. То есть это не субъективный фактор, а статистический. То есть считается частота встречаемости или сюжета, или героя. То есть все это выписывается на основе возможностей табличного процессора Excel считается, и оригинальность оценивается в баллах 0, 1, 2. Каждый тип задания, каждый тип творческого задания, оригинальность в критериях прописывает, что будет
подсчитана, частота встречаемости чего будет учтена. Еще один чемпионат для дошкольников – это чемпионат по технологии. В качестве особенности чемпионата по технологии можно считать, что задания чемпионата максимально приближены к жизненным ситуациям. Как ухаживать за своей одеждой, как сервировать стол. Если ваш дошколенок сможет ответить на эти вопросы, то он и умеет на них отвечать, и знает, как на них отвечать, то, конечно, это чемпионат для него. Каждый ребенок должен получить трудовое воспитание. Эти знания станут залогом его развития, его самостоятельности и независимости. Приведем пример контролирующего задания на примере заданий прошлого года. Необходимо было выбрать те картинки, которые выполнены в технике аппликации. Как видим, что выполняемость этого задания 70% среди участников прошлого года. Как вы думаете, с чем связан такой низкий процент выполняемости данного задания? Уважаемые участники, напишите слово, словосочетание, как вы считаете. Задание, если простое, поставьте плюсик и напишите дедушкам сразу, почему, как вы считаете, почему его так плохо выполнили участники. Где-то есть подводные камни, будем говорить. Я так понимаю, вы размышляете, что же можно было выполнить неправильно в данном задании. Невнимательность, правильно, Ольга. Сейчас расскажу, в чем же эта невнимательность проявлялась. Для выполнения данного задания дошкольники должны были знать, что представляет собой техника аппликации. И в данном случае, что аппликация – это вырезание и наклеивание, нашивание фигурок, узоров или целых картин из кусочка бумаги, ткани, кожи, растительных и прочих материалов на материал основы, на какой-то фон. И как раз нужно было на основе анализа картинок идентифицировать технику, что это аппликация или нет. И ошибки были допущены в том, что не все картинки, которые нужно было выбрать, что нужно было 1, 2, 4 выбрать, не все картинки посчитали участника, выполнены именно в этой технике. Как видим на слайде, ответ записывается очень просто. А теперь у меня к вам вопрос. Каким бы вы образом реализовали работу над заданием такого типа? То есть давайте смоделируем ситуацию. Вы получили задание такого типа, у вас нет ответов. Как вы бы построили работу над заданием такого типа с своими ребятами? Напишите одно предложение, краткий там алгоритм пунктами. Я жду ваших вариантов, ваших предложений. В принципе, я основные методические рекомендации, как бы я работала над заданием такого типа с ребятами, я вам уже ранее рассказала. То есть важно, чтобы было четкое понимание, что же такое аппликация. И как раз сразу задействована такая логическая операция, как сравнение. То, что вы видите, это аппликация, да, на самом деле наблюдение, а сравнение, аппликация или не аппликация. То есть они должны, очень важно как раз здесь, качество, именно как внимательность и вот именно понимание этого термина и именно применение его на практике, что эта подделка выполнена именно в этой технике. На самом деле задание очень простое, но очень ценное, очень нужное для дошколят. Спасибо, Эльмира, спасибо, Ольга, что вы предложили. На самом деле обсуждение, да. Ну, конечно, хотелось бы обсуждение, каким образом обсуждение реализовать. Я вам предложила, что вначале рассказать же, конечно, что такое аппликация, то есть это дедуктивный метод, что мы на основе уже готового определения пытаемся понять частные случаи, которые подходят под то или иное под это определение. Давайте разберем еще одно задание. Задание у нас получается контролирующее. Оно посвящено сервировке стола. Сервировке стола уделяется внимание в детском саду на занятиях, и
Это задание составлено как раз на основе привлечения имеющегося жизненного опыта. Давайте обсудим, каким же образом можно встроить это задание в занятие. Можно использовать, в данном случае, там, раз я предлагала использовать дедуктивный метод, здесь можно использовать индуктивный метод объяснения. Провести беседу о том, что такое сервировка класс, спросить, были ли ребята в ресторанах, места, где сервируется стол, обсудить, зачем сервируется стол, попросить понаблюдать за сервировкой стола в дома, в садике. А вот на следующий день уже выполнить задание, она уже на распечатке задания. И при этом нужно попросить написать ответ не таким образом, как мы просим записать бланк ответа, а можем просто попросить соединить линиями прямо на распечатке. То есть прямо провести задание такого типа, показать, где кто, что где лежит и где правильно лежит, просто привести к цифрке 1, привести в данном случае нужный объект, а к цифрке 4 подвести чашку и так далее. Это индуктивный метод объяснения про сервировку как бы выполнения именно данного задания. У вас, коллеги, если у вас есть какие-то еще предложения, какие-то идеи, как организовать работу с заданием этого типа, просьба написать в чате. Потом я зачитаю, мы как раз это все обсудим. Будет очень, думаю, интересно, что если вы предложите какие-то свои методические находки, рекомендации. То есть у нас получится такое сразу взаимообогащение опыта. Приведем пример творческого задания. Приведем творческое задание в технологии. Мы всегда видим, что это конкретная какая-то поделка. Или в данном случае это аппликация. И мы видим опять взаимосвязь одного из заданий с материалов из задания предыдущего задания. То есть, если вы правильно разобрали, что такое аппликация, какие они бывают, то при выполнении творческого задания можно уже задействовать те знания, которые они получили при выполнении предыдущих заданий. Отметим, что работа оценивается по тем же критериям, что и остальные творческие задания чемпионатов. Я еще раз их повторю. Это эффективность, оптимальность, разработанность, грамотность, соответствие техническим требованиям и оригинальность. Ольга предложила сервировать стол с наклеенными цифрами. Да, на самом деле спасибо, Ольга, это, наверное, такое хорошее методическое дополнение. А на самом деле, если мы хотим тренировать ребят не только в правильной сервировке стола, а еще тренировать их правильно записывать именно ответ, а мы знаем, что задание на соответствие цифра букв встречается потом и в начальной школе, и в ЕГЭ, и на протяжении всего обучения их в школе. Поэтому пропедевтику записи такого ответа, что цифра буква, можно сделать и как раз, как предложила Ольга, сервировать уже готовый стол с наклеенными цифрами и предложить им понять, нарисовать такие же, может быть, буквы. А может быть, на самом деле, цифры наклеить на нужные предметы и положить. Спасибо большое, Ольга, за вашу идею. Интересное воплощение. Именно, получается, с текстового задания, вариантное задание переходит именно, на самом деле, в реальную жизненную ситуацию. То есть, если им негде наблюдать сервировки стола, то тогда можно самим что смоделировать данную ситуацию. Мы видим, что с заданием справились 80% этим творческим, с предыдущим заданием справились 85%. Чаще всего невыполняемость данного задания связана с неправильной записью ответа, с невнимательностью и с другими заданиями. И у меня к вам вопрос, уважаемые коллеги. Давайте сразу по двум заданиям напишем, поэтому прошу вас в чате поставить два плюса. По заданию хозяюшка и по заданию творческому по поводу аппликации. Как вы считаете, задание такого типа доступно для дошкольников или нет? Спасибо, Ольга.
Ждем остальных участников вебинара, которые с нами. Спасибо, Наталья Андреевна. Спасибо, Эльмира. На самом деле, да, я считаю, что данные задания составлены с учетом возрастных особенностей дошкольников. И, как вы видите, мы потихонечку подходим к цели, что основная задача была сегодня как раз выслушать ваше мнение о том, что насколько уровень заданий, представляемых центром СНИ для дошкольников, соответствует их возрастным особенностям. Есть, конечно, нюансы, есть сложные задания, но они как раз предполагают развитие зону ближайшего развития охватывает. То есть они чуть перешкаливают тот уровень развития, который есть у дошкольника. И вот здесь как раз и проявляется та особенность чемпионатов, о которой я говорила, помощь взрослых. То есть каким образом воспитатель, либо дома родители построят беседу, чтобы он охватил эту зону ближайшего развития, чтобы он шагнул за границы своих уже представлений, своих знаний. Давайте перейдем к финальному уже нашему мероприятию, которое, я сказала, что выделяется в особый тип мероприятий. Это международный турнир дошкольников. Обратите, пожалуйста, внимание, что он также стартует в марте. То есть мы с вами разобрали, что, смотрите, у нас чемпионат технологий, давайте акцентирую ваше внимание, что он в мае. То есть мероприятия в феврале, в марте, февраль, март, апрель и май. И в марте есть еще одно мероприятие, которое отдельным классом можно выделить, и хочется про него отдельно вам рассказать. Это международный турнир. Регистрация на него тоже открыта. До 22 марта можно спокойно регистрироваться. И в чем же идея основная этого турнира, о котором мне очень хочется рассказать? Турнир представлен в виде игровой ситуации. Это виртуальная школа. Выполняя занимательные задания турнира, участники смогут почувствовать себя школьниками, побывать на уроках русского языка, окружающего мира, математики, литературного чтения и изобразительного искусства. Задания в турнире представлены по такой же типологии, контролирующие, обучающие и одно творческое. И помним, что здесь соотношение маленечко другое. Если в чемпионатах 4 обучающих задания и 3 контролирующих, то в турнире наоборот, контролирующих моментов больше на одно задание. То есть тут 4 контролирующих и 3 обучающих. И так как всегда одно творческое. Приведем пример контролирующего задания. Мы видим, что у нас первый урок, урок 1, это урок русского языка. И прямо дошкольникам говорят, что они оказались в виртуальной школе, у них урок русского языка, и необходимо выполнить данное задание. Просьба отметить в чате, как вы прочитаете задание, текст задания. И поставьте, пожалуйста, в чате плюс, если вы считаете, что данное задание доступно для дошкольника. И минус, если вы считаете, что оно будет иметь какие-то сложности при выполнении. Уважаемые участники, здесь необходимо, следуя по линиям рисунка, начиная с буквы R, необходимо собрать пословицу. И отметьте, пожалуйста, плюсиком, если вы считаете, что данное задание доступно, и минус, если у вас будут трудности. Спасибо, Эльмира. А на самом деле задание, может быть, с первого взгляда очень имеет простой лаконичный ответ, но имеет, конечно, ряд таких изюминок. То есть первое, ребята должны то четко уж знать буквы, уметь составлять слова по буквам, уметь образовывать слоги и разделять потом два слова друг от друга. Спасибо, Эльмира, спасибо, Ольга.
Спасибо, Наталья Андреевна. Да, согласна, не для всех доступно, но мы стремимся, чтобы тогда их задание как раз послужило как раз тогда развивающим заданием, чтобы, выполняя его, произошло превращение нового знания. То есть показать дошкольнику, как выполнять задания такого типа, с которыми он не встречался, тоже очень важно. Приведем пример еще одного контролирующего задания, в данном случае по окружающему миру и покорению космоса. Как видим, здесь представлен лабиринт. Особо акцентирую ваше внимание, что задания с лабиринтами являются типовыми заданиями в чемпионатах центра СНЭ, только имеют на основе образовательную направленность. Задание в данном случае имеет занимательный характер, но предполагает помощь взрослым. Мы знаем точно, что детям нравится разгадывать лабиринты. Пройти лабиринт, походить по извилистым линиям ребята могут и самостоятельно. А вот помочь проанализировать картинку и предложение – это, я считаю, задача взрослых воспитателей. Каким бы образом можно реализовать работу над заданием такого типа? Я считаю, что необходимо вначале проанализировать и читать все предложения. И из каждого предложения выделить ключевые моменты. Допустим, разберем: первый человек поднялся в космос. Можно не знать год, нужно рассказать, что можно пройти лабиринты, мы узнаем. Рассмотрим картинку лабиринта. Давайте найдем, как вы думаете, где первый человек поднялся в космос? Где мы видим человека, который мы делаем, можно понять, что человек поднимается именно в космос? Это на примере одного предложения. Потом можно сделать какое-то предположение. Даже если ребенок ошибся, выбрал неправильную картинку, можно не говорить ему сразу правильный ответ, а можно продолжить беседу, сказать: давай подумаем, давай почитаем следующие предложения и поймем, правильно мы сделали вывод или неправильно. И таким образом, анализируя все остальные предложения, вычленяя из каждого предложения важные самые детали, мы тем самым организуем пропедевтику смыслового чтения. Мы готовим внимательного читателя. Именно развиваем такую операцию мыслительную, как внимание. Если считаете, что нет, то поставьте минус.
Еще раз здравствуйте, уважаемые участники. Я так понимаю, возникли определенные технические неполадки, и не все еще разошлись, потому что, я так понимаю, временно произошло рассоединение как аудио, так и видео визуального ряда. Поэтому возвращаемся к нашей теме. И мне тогда хотелось бы вас узнать, на каком моменте оборвалось сообщение. А на каком уроке, скажем так, международного турнира дошкольников я остановилась? Сейчас меня хорошо слышно, уважаемые участники? Спасибо, Эльмира. Я тогда быстренько пробегу, чтобы вы поняли, какие варианты мы рассмотрели. Я рассматривала урок окружающего мира, предлагала методические рекомендации, как работать с заданием данного типа. Я предложила вначале попросить ребят пройти лабиринт и понять, какой объект какому году соответствует. Сразу повторить, каким образом читается правильно года. А в то же время прочитать предложение, выделить ключевые моменты и понять, какой объект соответствует в нижней части картинки какому предложению. А потом заполнить пропуски предложений. То есть тут происходит... Что называется, участники добывают новое знание самостоятельно путем разгадывания лабиринта. Урок математики. Мы говорили, что здесь важно именно установить, какие объекты называются парными, какими непарными. Здесь считается их количество. И я попросила вас как раз посчитать, написать в чате, как вы считаете, дошкольники справятся с этим заданием самостоятельно или нет? Просьба, поставьте плюсик, считаете вы да и нет. Спасибо, Эльмира, что вы с нами, что вы остались, что вас не испугали никакие технические неполадки. Давайте рассмотрим следующее задание. Литературное чтение. Я тоже про него уже рассказала, но, я так понимаю, могли услышать не все. Задание связано как раз с знанием сказочных героев. И анализом, именно анализом картинок и знанием, какой тип обуви характерен для какого героя. И опять я акцентирую внимание, что мы тренируемся правильным образом записывать ответ, что картинки соответствуют буквам. Привлекаем их литературный опыт дошколят и просим назвать того героя, которому могла принадлежать оставшаяся обувь. Понятно, что этот ответ может быть вариативен, он многозначный. И учитывается все целесообразные варианты. Как видим, с этим заданием справились 95%. Задание не представляет особой трудности, по моему мнению, для того, чтобы вы со мной согласитесь. Если кто принципиально не согласен, может написать об этом в чате. И видим последний урок. Уроков на самом деле несколько, уроков 5. Мы приближаемся к уроку изобразительного искусства. Я иллюстратор. Я про это уже говорила, что одним из видов деятельности, который доступен дошкольнику, это деятельность изобразительная, это рисование. И поэтому творческое задание в международном турнире тоже связано с иллюстрированием, с рисованием. Только здесь уже на иллюстрацию накладывается ряд определенных критериев. Необходимо проиллюстрировать именно определенный отрывок из книги. И оцениваться будут именно какие моменты смогли участники передать мероприятия на своем рисунке. Справились с этим заданием 85%, а как раз 15% скорее всего те, кто нарисовал просто рисунок по данной книге, не обратив внимания на то, что именно просили сделать задание. И давайте уже акцентируем ваше внимание на то, как сделать участие в чемпионате успешным. Прорешайте задания прошлого года. Примеры заданий мы с вами сегодня разобрали. Получается, объясняйте, как выполнять сложные задания. То есть я вам уже говорила, что к любой олимпиаде более высокого уровня готовятся, учат, как решать задания те или иного типа. Есть специальные методики, как научить решать те или иные задания. Так и в чемпионатах в детском саду. Если вы хотите, чтобы ваши участники, ваши ребята в вашей группе
успешно справлялись с самыми разнообразными заданиями, то понятно, что необходимо поработать, рассказать им, как выполнить то или иное задание. Подчеркивайте успехи. На самом деле, если вы, мы, статистика всегда выдается итоговая таблица, как участники справились с тем или иным заданием. Поэтому обязательно при выполнении задания проводите анализ результатов выполнения всех заданий. Если с каким-то заданием ребенок справился наиболее хорошо, то, конечно, акцентируйте на этом его внимание. Можно распределить задание на весь период чемпионата или турнира. То есть в данном случае мы должны понимать, что сразу выполнить 8 заданий тяжело ребенку. Это потребует достаточно, ну, непосредственно 2-3 часа его времени. Если мы все эти задания пропорционально поделим на все время выполнения заданий, которое дается на выполнение чемпионата или турнира, то это будет не напряжно, это будет интересно. То есть у него практически каждый день будет или там одно какое-то занимательное, развлекательное задание. Нескольких простых заданий можно объединить в один день. И особенно я хотела бы акцентировать ваше внимание и подчеркнуть, что научите ребенка внимательно читать условия, выполнять все подзадания, замечать детали. Если вы обратили внимание, что в основном, когда я говорила о невыполнимости, проценте невыполняемости заданий, то как раз одной из причин было, что не всегда задание представлено, ответы ставлены тем образом, как просили. Это является тоже недочетом. Это не ошибка, но это недочет. Это снижает балл за выполнение задания. Или выполнено не то, что просили в задании. Часть задания прочитана и выполнена только по первым строчкам, выполнено то, что просили. То есть все условия, все критерии невнимательно разобраны. Поэтому с самого раннего возраста ребенка нужно приучать внимательно читать задания и выполнять именно то, что просят задания. Теперь я хотела бы уделить внимание вопросам. Если вопросы у вас есть, уважаемые коллеги, пожалуйста, задайте вопросы. Я готова на них ответить, если у вас возникли какие-то вопросы в ходе мероприятия. У нас активные участники Ольга, Эльмира, Наталья Андреевна. Если у вас возникли вопросы, если все понятно, то, пожалуйста, тоже напишите в чате, что все вопросы я раскрыла, все вам тайные секреты тоже, как стать успешным при участии в чемпионатах дошкольников и в турнирах, то поставьте плюс. Если у вас вдруг есть какой-то вопрос по теме, то напишите. Ну, раз вопросов нет, то я, наверное, скорее всего, предоставляю слово Лене. Спасибо всем участникам за внимание, за активную работу. Спасибо, Эльмира. Мне важно ваше мнение, что все хорошо и понятно, и доступно все объяснили. Я очень старалась, потому что очень хочется, чтобы вы смогли со своими ребятами принять участие и показать им как раз другие задания, задания другого типа. И понять, должны осознать были, что на самом деле задания достаточно простые. Если с ними поработать, если даже задания чуть-чуть сложнее, чем вы думаете для дошкольника, то если с ним поработать грамотно, взрослому, совместно с ребенком, то это задание становится выполнимо. И следующее задание такого же типа сможет выполнить дошкольник и самостоятельно. Все, всем спасибо, слово Елене. Я прекращаю вещание. Всем до свидания, коллеги. Спасибо большое, Наталья. Я надеюсь, что сегодняшний вебинар помог вам сориентироваться, как дальше работать с детками, когда вы выполняете задания. Ведь дошкольный возраст – это все равно такой возраст, когда детей надо направлять, не помогать, ни в коем случае не делать за них задания, направлять.
в правильном направлении, извините за тавтологию, чтобы они были успешными, чтобы им понравилось, чтобы им это было самим интересно, а не то, что их заставляют, что надо выполнить конкурс. А, Наталье большое спасибо. Все было очень подробно. А, я думаю, что вебинары для вас, уважаемые участники, для тех, кто регистрирует своих деток в конкурсах именно для дошкольников, у нас еще будут. Поэтому следите за расписанием вебинаров в центре СНЕЛ. В зимней серии, конечно, уже не будут, но, возможно, в весенней серии вебинаров мы проведем еще такой вебинар с подробным разбором заданий. А теперь давайте с вами решим несколько организационных, скажем, вопросов. Если вдруг вы захотите еще раз посмотреть вебинар, посмотреть разбор заданий перед выполнением заданий какого-либо конкурса, то завтра на сайте Snail Педагогу, сейчас я вам дам ссылочку, вот на этой страничке, будет доступна запись этого вебинара. Помимо записи будет выставлена презентация, которую вы сегодня видели. Эту презентацию можно будет скачать и также использовать при подготовке ваших деток к выполнению заданий и при выполнении непосредственно заданий. Если вдруг у вас возникнет желание заказать свидетельство участника вебинара, а вся подробная информация будет на этой же странице, по этой же ссылочке можно будет пройти и посмотреть, как можно заказать свидетельство участника вебинара. Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, вы можете их задавать. Если вдруг возникнут какие-то вопросы по организации, оплате, подаче заявки, о выполнении, может быть, со сроками что-то у вас будет, когда будет проходить конкурс, там, сейчас у всех карантин, у многих, да, во многих регионах карантин, вы можете писать свои вопросы на электронную почту забота@mr.snail.ru. Наши специалисты службы заботы ответят вам оперативно на ваши вопросы и постараются войти в вашу ситуацию и помочь вам сделать все, чтобы ваши детки выполнили задание, чтобы их проверили и чтобы вы получили итоги. Если вопросов больше нет, давайте будем прощаться с вами. Спасибо, что вы были с нами. Хорошего вечера вам. До свидания.